Помазание проходит через тебя сейчас. Помазание проходит через тебя сейчас. Я жизнь. Это пульсирует сейчас внутри тебя. Я есть жизнь. Вдохни сейчас эту славу. Выдохни эту хвалу. Отец, я благодарю тебя за силу, которая неограниченно действует в теле. Неограниченная, великая сила, могущество твое расширяется сейчас в теле. Расширение и могущество ощутимо в теле прямо сейчас. Когда ты чувствуешь это прямо теснение в груди, оно как расширяет тебя, заполняя верой, ощущение веры. Ты прямо как будто чувствуешь, что сейчас все самое лучшее является. Во всем самом лучшем ты обнаруживаешь себя. С благодарностью к этой божественной природе, которой ты являешься. Отец, спасибо, спасибо. Я вижу сейчас прямо как сила, она движется вверх и вниз. Ангелы сходят и восходят прямо по твоему телу. Ангелы сходят и восходят. И это власти и силы и господство, призванные служить твоему телу. Телу, которое есть дух животворящий. Отец, я благодарю тебя за это течение. За это течение, которое происходит в теле прямо сейчас. Я вижу, как сейчас восстанавливаются внутренние органы, мягкие ткани, очищается кожа, уходят все опухоли. Вот просто все, что отцу не принадлежит, оставляет тело, вся ложь, все декорации лживые оставляют тело прямо сейчас. Отец, я благодарю тебя, что это происходит, и нетление является как свет в теле. Твоему телу сейчас очень нравится то, что оно слышит. Твое тело сейчас питается этими вибрациями, которые мы производим здесь. Все вместе. Твоему телу нравится, и кости, они ликуют. Ткани, они наполняются жизнью. Регенерация происходит. Регенерация происходит. Я сейчас прямо слышу, внутри исцеляется мочеточник. Что-то там, я даже толком не знаю, что это такое, но какой-то канал, по которому движется жидкость, исцеляется прямо сейчас. Во имя Иисуса. И это было связано также с болями, и вы сейчас прямо чувствуете облегчение. Также исцеляется кишечник, колиты, 12-перстная кишка. Не знаю, что с ней, но сейчас это исцеляется во имя Иисуса. И я говорю сейчас, что приходит облегчение. Это была язва, да? Язва 12-перстной кишки. Проверьте обязательно, свидетельствуйте нам. Свидетельствуйте об этом. Спасибо, Отец, я благодарю тебя. Течение, помазание сейчас захватывает тело во имя Иисуса. Полное исцеление. Чем бы ты ни был болен, какая бы декорация ни атаковала тело, я говорю сейчас, это отступает. Боль уходит, боль уходит, боль уходит. Еще я слышу, пищеварительная система исцеляется. Желудок, кишечник, что связано с пищеварением? Прямо сейчас боль уходит, у кого-то там опухоль какая-то
Я прямо вижу, как вращение такое вот по кишечнику идет, и исцеление. Исцеление. Исцеление происходит. Явление нетления. Кишечник, он просто как новый. Новый. Я вижу сейчас новый здоровый кишечник. Полностью освобожденный от каких-то декораций, язв, опухолей, заторов, колитов. Отец, я благодарю тебя за это сияющее чрево, которое я вижу сейчас. Можешь положить себе прямо на живот руки, и это сияющее чрево. Это полное исцеление, явление нетления. Аллилуйя. Я вижу, как кто-то сейчас прямо силится, чтобы принять исцеление свое. Вы прямо так сильно напрягаетесь, чтобы что-то почувствовать. И отец говорит тебе, просто расслабься в доверии ко мне. Просто расслабься. Исцеление – это то, что принадлежит тебе. Просто возьми его сейчас, свое исцеление. И знаешь, как просто вложив в свою внутренность, в свое тело, в свой храм, это исцеление на тот орган, который тебя беспокоит. Аллилуйя. Разрушаются всякие декорации. Кто-то сейчас получает освобождение. У вас слезы. Эти слезы, они вначале как истерика, переходящая в сильную, неконтролируемую радость. Это исцеление. Это победа. Это долгожданный триумф, который принадлежит вам. Спасибо тебе, Отец. Также вначале у меня было, как и у тебя, исцеление колита. Он вас просто замучил. Сложно. Вот прямо с этого момента никаких симптомов больше не будет. И все, кто сейчас нуждается в исцелении желудочно-кишечного тракта, в каком бы месте ни была декорация, принимайте это помазание на исцеление ЖКТ. Аллилуйя. Нормализуется кислотность желудка сейчас, у вас была постоянно какая-то отрыжка, вам было даже не по себе, потому что это происходило непроизвольно в гостях, вам было стыдно, неудобно, прямо сейчас все приходит в норму. Спасибо тебе, Отец. Также у кого-то был какой-то ушиб головного мозга, как будто все вещество, сам мозг, он как сдвинулся. И поэтому у вас были постоянные атаки панические из-за этого, постоянные тревоги, боли, спутанное сознание. Вы даже начали беспокоиться за то, чтобы у вас реально было все нормально с мышлением. Это происходит прямо сейчас. Исцеление происходит прямо сейчас. Мозги становятся на место прямо сейчас. Ныне этот день славы для вас. Спасибо тебе, Отец. Благодарю тебя. Аллилуйя. И давайте, друзья, ты можешь прямо поднять руки там, где ты есть сейчас. Сейчас я чувствую еще один прилив, такое помазание, волна, такая сгущенная слава для того, чтобы явить нетление в твоем теле. Я сейчас вижу щиколотки, это косточки на ногах, что-то с ними там происходит, движение, исцеление. Принимая исцеление с твоей стопы, ступни, на свои ноги, прямо можешь почувствовать, как тяжесть туда пошла, такая, как вибрация такая. И... А у кого-то наоборот легкость после тяжелых ног. Легкость, тяжесть, все, что сейчас происходит, Дух делает на пользу. Отец, я благодарю тебя за ничем не ограниченное могущество в теле. Помазание движется в теле прямо сейчас. Сила Божья проходит через тебя. Сила Божья проходит через тебя вверх и вниз, туда и сюда. Она расширяется изнутри. Это исходящая от твоего тела сила, сияние славы. Благодарю тебя, Отец. Боль уходит, кости, суставы, внутренние органы. Везде все идет просто как волна облегчения такого. Волна облегчения просто идет сейчас по телу сильно. Уходят даже те диагнозы, с которыми ты смирился и просто носишь в теле. Я говорю сейчас, все диагнозы, которые ты согласился, смирился носить в теле, они просто обсыпаются сейчас, отходят от твоего тела во имя Иисуса. Боль уходит. У кого-то локоть сейчас исцелился.
Также ушел песок из глаз. Такой был синдром сухости глаз. Отец, я благодарю тебя. Благодарю тебя за то, что ангелы служат телу. За то, что помазание движется в теле. Благодарю тебя за то, что боль уходит. Благодарю тебя за то, что опухоли уходят. Регенерация восстанавливает органы. Органы появляются. Зубы растут. Кожа обновляется. Волосы обновляются. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Да, я подую на тебя сейчас этим животворящим дыханием жизни. Просто почувствуй на себе этот ветер. Помазание течет. Дыхание непрестающей силы жизни. Спасибо, отец, спасибо, спасибо. Легкость в ступне. Ступня поднимается вверх. Видимо, не поднималась, да? Состояние тела течет как жидкость. Тело становится как масло. Оно эластичное, оно податливое, оно легкое. Безболезненное. Абсолютно раскованное. Все эти зажимы, боли, какие-то защемления, они просто отпускаются сейчас, перестают ощущаться. Во имя Иисуса. Спасибо, Отец. Давайте еще поблагодарим, подыши этой славой. Просто скажи себе, это мой день, мое мгновение для явления нетления, для регенерации. Пускай это будет сегодня, не когда-то в другой раз. Это будет сегодня. Спасибо, Отец. Подыши сейчас славой, подставь свое тело под этот поток исцеляющий. Аллилуйя. Спасибо, спасибо, спасибо. Благодарю тебя. Растворись сейчас в его духе. Просто оставь сейчас все. Какую-то суету. Не делай так это на ходу. Просто возьми сейчас, еще есть минута, пока я молюсь за твое тело. Оставь сейчас все, остановиться. Остановиться просто. И открыться для познания нетления твоего тела. Могут быть эмоции, там слезы, это нормально. Пускай эти чувствования будут свободно точно так течь через тебя. Благодарю тебя, Отец. Благодарю тебя. Благодарю тебя.